Владимирская область отправила питьевую воду в затопленное Оренбуржье. Там сильнейшее наводнение. Уровень воды достиг отметки почти в 12 метров. 33-й регион не остался в стороне и отправился отечественникам гуманитарную помощь. Первая машина с питьевой водой уже отправилась в Оренбургскую область, сообщил губернатор Александр Авдеев в соцсетях. Жителям, которые эвакуированы из зон подтопления, необходима бутилированная вода. Правительство Владимирской области совместно с бизнес-сообществом из Киржачского, Суздальского, Судогодского района, Владимира, Покрова, Александрова, ГУМЧС и ОНФ снаряжает грузовики с более чем 40 тоннами питьевой воды в зону чрезвычайной ситуации. Вчера в Оренбургскую область отправилась первая машина. Сегодня-завтра поедут еще две. Во Владимире до конца 2024 года заменят 282 лифта. Замена оборудования фондом капитального ремонта будет проходить в два этапа. Первый коснется 155 лифтов, второй – 127. Всего же на встрече фонда, общественной палаты и городского совета старейшин обсуждалась замена 352 лифтов, срок эксплуатации которых истекает 15 февраля 2025 года. Расположены они в 143 домах. 70 лифтов из этого числа находятся в домах, копящих взносы на свой капремонт на спецсчетах. Такие собственники должны будут выполнить замену оборудования самостоятельно. На софинансирование мероприятия по замене лифтов областной бюджет направил более 1 миллиарда рублей. Таким образом, финансироваться программа будет на 80% из казны и на 20% из взносов собственников на капитальный ремонт. 18 апреля временно отключат теплоснабжение более чем в 80 домах Владимира. Это коснется улиц Университетская, Чернышевского, Лакина, а также проспекта Строителей. Отопление будет отключено с 9:30 до 15:30. В это время энергетическая компания «Т-Плюс» планирует провести ремонтные работы оборудования. Пусконаладочные же работы обещают завершить в течение 2 часов с момента включения оборудования тепловых сетей. С полным списком адресов, где 18 апреля будет отключено отопление, можно ознакомиться на нашем сайте 6tv.ru.